Продолжаем рассказывать о самых необычных хобби знаменитостей. Ссылку на первую часть можно найти в описании к этому видео. Страсть коллекционирования кукол появилась у Деми Мур очень давно. Коллекция настолько огромна, что ее бывший муж Брюс Уиллис купил целый дом специально для кукол. Коллекция актрисы оценивается в $1 миллион. С Анджелиной Джоли журналистам следует быть поосторожнее, ведь она обожает собирать холодное оружие. Сейчас в коллекцию актрисы входят смертоносные клинки от античных образцов до современных ножей и кортиков. Такое же хобби появилось и у Мэддокса, маленького сына звезды. Среди коллекционеров странностей Пенелопа Крус вполне могла бы занять первое место со своей страстью к беспроволочным вешалкам для одежды. Коллекция насчитывает около 500 экспонатов. Увлекшись скраббукингом, Пэрис Хилтон стала дарить друзьям альбомы, в начале которых она размещала фотографии, а на остальных красиво оформленных страницах оставляла место для будущих памятных событий. Клаудия Шифер настолько обожает пауков, что украсила весь дом их изображением. Даже коллекция одежды от самой Шифер, вышедшая в 2011 году, была посвящена паукам. Капитан Джек Воробей как-то признался, что любит возиться с куклами Барби, выбирать им одежду, аксессуары, мебель и дома. Также Джонни Депп собирает скелеты голубей. Вот уж не знаем, какое из этих увлечений более странное. Голубям неровно дышит и Майк Тайсон, он занимается их дрессировкой. Страсть к этим птицам появилась у Майкла еще в детстве. Бывший губернатор штата Калифорния предпочитает коллекционировать мужские игрушки. В собственности Арнольда Шварценеггера несколько машин «Хаммер», а также настоящий танк, на котором иногда актер совершает небольшие поездки. Том Круз обожает фехтование и кулинарию. Кроме того, актер любит управлять собственным самолетом и мотоциклом. Видимо, амплуа суперагента плавно перешло и в реальную жизнь, ведь многие трюки в фильмах Круз выполняет самостоятельно. Забавно, что Том Круз подсадил на фехтование своего коллегу Уилла Смита, а затем вместе они привлекли к своей забаве и футболиста Дэвида Бекхэма. Теперь время от времени троица собирается в особняке Круза и устраивает настоящие зарубы. У Милы Кунис достаточно необычное увлечение для девушки. Она может сутками напролет играть в World of Warcraft, и только необходимость посещать съемочную площадку может вырвать ее из виртуального мира. Род Стюарт испытывает страсть к железным дорогам и поездам. Его железная дорога занимает почти весь третий этаж дома. Ее размеры поражают — 7 метров в ширину и 37 метров в длину, площадью 140 квадратных метров. Творение музыканта даже попало на обложку журнала Model Railroader. Любовь к вязанию популярна среди голливудских актеров, но самой известной вязальщицей в Голливуде считается Джулия Робертс. Она так увлечена этим занятием, что берет с собой спицы и нитки даже на съемки. Она вяжет для родных, друзей и их детей. Получить в подарок яркий свитер от Джулии очень престижно. Также клубок в руках часто можно увидеть у Джорджа Клуни и Дэвида Духовны. Работы еще одного любимца зрительниц Дэвида Аркетта были даже опубликованы на страницах известного рукодельного журнала. Вязать любят и Софи Лорен, Сара Джессика Паркер, Ума Турман, Кэтрин Зета-Джонс, Камерон Диаз, Кейт Мосс, звезды «Сумерек», Кристин Стюарт и Дакота Фэннинг. Среди мужчин со спицами в руках замечены Рассел Кроу, Джордж Лукас, Райан Гослинг, Антонио Бандерас. Какое из хобби вам показалось самым странным? Делитесь в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.